Всем большой привет! Сегодня готовлю простой, быстрый торт без выпечки. Готовится он просто, а получается очень нежный и вкусный. Мне нравится этот торт тем, что продукты для него у нас всегда найдутся в холодильнике. В глубокой емкости смешиваем муку, сахар и сливочное масло, которое я натираю на крупной терке. Все хорошо перетираем в крошку. Вот такая крошка должна получиться. Выкладываем на сухую сковороду и доводим до карамельного цвета, постоянно помешивая на среднем огне. Для крема в кастрюле смешиваем 2 яйца, сахар, 2 столовые ложки крахмала, у меня кукурузный, и сметану. Хорошо перемешиваем и ставим на плиту. Варим на среднем огне до загустения, постоянно помешивая, чтобы крем не подгорел. Как только загустеет, снимаем с плиты. После чего добавляем сливочное масло и хорошо перемешиваем до полного его растворения. Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодное место, чтобы крем остыл. У нас все готово, собираем торт. Диаметр моей формы 20 см. Первый слой у нас идет крошка. Промазываем кремом. Далее крошка. И снова крем. И последний слой крошки. Ну а сверху я украшу крошкой, которую я оставила заранее. Отправляем в холодильник на 4-5 часов. Я обычно отправляю на ночь. У меня прошла ночь, тортик мой готов. Все, снимаем форму. Несмотря на то, что торт получается небольшой, вес у него 950 грамм. Как же вкусно! Ну что, пробуйте, готовьте, это очень вкусно. Ну а я, как всегда, буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!